следующий. Сейчас будет пиздец. Вырублю, бля, сейчас тебе ебало полетят. Наоборот, этот, когда стрим включен, я очень культурный. Сегодня обзываюсь. Кстати, возможно, если бы ты одного вылез только. Так. Yes. They cannot hide. Thunder of wolves. Слушай, а ты можешь выпрыгнуть, когда на тебя камни летят такими? Да. Нет, не могу. Как оказалось, не могу. А у меня через 40 голды сейчас арканы будут. Сейчас я фласку. Сейчас фласку выкину. Придется за тени тычка вообще. Как его перебить? Алло. Пиздец, nice damage. Но брекер надо фиксить, у него слишком много урона. Да. И замедляет, и замах наносит. Маны не так много стоит. Найс. Nice. Чё это было, блядь? Чё они, блядь, меня так ненавидят? Да может, чуть-чуть поверили в себя, они видят, что на луку такой. Магнус, конечно, мягкий, но не в начале игры. Там книг дурной на самом деле еще. Ты может прессер взять или дагер сразу? Посмотрим. Да у них и нету тинкер сразу по съему, или тинкер сразу по съему. Так,
Поехали. Так, ладно, я, наверное, через его ламеда. Так, а урну кто-нибудь собирает? Урна уже у Феникса есть. Я что-то не прочекал в самом начале. Your bottom tower is under attack. Point taken. Make way. Так, там готиника. Into the fray. Пардон. Не, из центра. Ой, обсёк. Скорее всего, здесь наверху будет. Сейчас меня до даггера немного осталось. Здесь кто-то запрошит. Скарна? А, ты скарна. Он здесь вижу. Базу. Скарна так много дамажа с руки. А, он тройку. С хозяином. Мне с тобой пойти или наверх? Смотри сам, можно на топ идти. Да, я там не топчу. Я поаккуратно сыграю. Attack! Your middle tower is under attack.
to the grave. Who else has such a home? Такая, блядь! Ебать, я туск переиграл. Ой. Что, там аппарат запулил? Хорош! Снайперский. Да ё-моё! Блядь. На, аппарат. Так, 15-я минута Юла. Охуенно. Может попробовать Тускара на себя забайть? Ну давай. Я стрелу дам. Самое главное, что тут крипа. Я могу опизделиться. Там еще Грим идет. Меня убьет. Немножко подамажить его. Да чё такое? Всё. Так, ну он загером. Блин, инбас. Я, наверное, блин, надо что-то на броню взять. Блин, моё. I shall find them. Плейт моё, может взять, но дороговато. Ой, я хуйню сделал. Bottom tower has fallen.
Your middle tower is under attack. I shall fight. Your top tower is under attack. Могу завести кого-нибудь. Point taken. Я, наверное, сразу выгоняю. Есть такая возможность. Может, ты собегаешь алебарда? Если подойду, мне такой пиздец будет. Потому что когда они будут атаковать. Потому что когда они будут атаковать яйцо Феникса, это очень сильно загрешает. Феникс у нас же мид. Да, я думал, ты он специально пикал Феникса под твой РП тогда. Борду-то я собрать могу. Блять, надо прыжки тогда я буду экономить. Yes. Ну, в любом случае, смотри сам на просто я придумал, что Тинни ничего не сможет сделать, Манки Хинг тоже. Если все нормально, так то Ганим тоже неплохо. Я могу его в Йоула поднять после того, как его это. А там шаги будет моментально. Там
The enemy's middle tower has fallen. Ого, настоящий. Феникса нет убийца. Я думаю, можно убийца. Ну да. Пускай фармит на топе. Фантомка засеет. Там фантомка дальше хочет пушить. Да, да, сейчас я Владимир соберу твою. Достов нету. А у тебя не шрубы? Да. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Вообще дамага нету, блин. The enemy's middle tower has fallen. Point taken. It's time. Make way. Trouble takes the life.
Блин, Тускару проиграл один на один. Вообще так обидно. Тускара будет больше дамаги, чем у тебя. Да, там это... Там на один удар он оставался. Ну, скорее, там что-то не мешает. Так, ну чего, дальше? Да. У тебя процент есть? Вчера были, да. Сейчас я не знаю, как они пропали. Попали? Ну, а. Вот после одного поражения на фантомке типа пропали, но процент будет. А, ну значит у тебя в самом начале, значит, у тебя сейчас, наверное, 20. Я вчера только отнес. Ага. Если сейчас 5 игр подряд выиграют. 5 игр подряд, нифига ты. Блять, у нас вчера было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 игр подряд выиграны. Одно поражение, потом опять 5 побед и одно поражение. Мы, наверное, в процентах 80 выиграем линию свою. А там уже зависит от союзников наших. Mm-hmm. Ну, там у Фантомки было все относительно хорошо. Феникс тоже, да. Феникс тоже хорошо. Да и вообще мы там просто перемещались по карте, а они какую-то хуйню творили. Я не знаю, мы забатили с Фениксом этот. Хотя... Мы пытались убить МК, я промахнулся стрелой просто, но там было очевидно, то что там я буду ее кидать. О, он просто отошел в сторону, и даунбрейкер ульт нажал под него. А мы только-только начали заходить в него. А, его просто отошли? Ну да, типа, но мы в любом случае не собирались гнаться дальше за ним. Типа там уже таурка стояла, там уже было рискованно. Вот. А она просто так... Финик тоже что-то его всю игру не видел. Ну, 5-6, но это, по-моему, там 2-3 фрага только в самом начале он заработал у нас. Видишь, он бесполезный всю игру был. А когда Феникс аппарат в теме, он вообще не живет, герой. Хотя аппарат его сильно не контрит же, да, ведь? Ну, не контрит, но все равно не контрит. Там, типа, у него БКБшки нету, там, первый заморозка, тебе надо либо бежать, либо ты заморозишься. Внизу хоккейника, эскейпа нету никакого. Ну да. Бегать он не может. Фейзон тоже не собирает, как он собьется. Да и вообще, вот... Аппарат плюс фантомка — это неприятно. Много замедлил. Но в лите, на самом деле, я хуй бы хуй знаю, что бы с нами было, на самом деле. Когда там Тускар шотает со своим дизолятором. А он дизольку так и не собрал. Скажем, как гемстрок. Ну да, так-то сложно было бы. Ну, у них больше дамажащих героев, чем у нас. Но зато у нас комбинация охуенная. Будет РПшка сразу от Феникса, сразу от аппарат. На РП я не надеялся бы. Это рандом. Ну, в любом случае, там даже двоих зацепишь, если... Да даже если кора зацепишь, то один хуй. Грим с руки не бьет. Да у них и тоже с руки не бьет яйцо особо. Тут тоже не бьет, надо всем так. Вот
Да я вообще такое не делать. Как? Ты, я буду уходить на работу, ты будешь играть, будешь сливать, чтобы нам потом союзники сильнее попадались. Я буду приходить, и делать, как это. В смысле, я буду сливать, чтобы нам союзники потом сильнее попадались? Это как? Почему? Ну, если работает система, типа 50%. Чё? В смысле, ты офигел? То, значит, нам будет в тиму кидать более сильных союзников. Ага, а я буду гореть, да, вот поражение? Эти 50%, когда тебя не будет. Не-не-не. Подтверждение Капчи, я не робот. Повторите. А. Прикол в том, что, блядь, там его друг умирает, блядь. Начинает задыхаться, вот пошел гуглить, блять, и ему надо пройти капчу, что я не робот. А. Что-то бурда, по-моему, он выслал такое себе сейчас. Там, блять, виверна. Там чудовище болотное, блять, и вайпер. И пудж. Ну там некому стоять против бурды на меди. В смысле? Там же паучков будет уничтожать просто. Ну, как хз, а чем уничтожать их? Опять же, чудовище, но у него второй скилл. Не, ну да, это, монстр может стоять против него, но остальные это нет. Вайпер лужу может под себя подкинуть. А она отключает пассивку и крипы там распадаются моментально. А, хотя, блять, они на 6 уровне. Это еще хуже. Ну хз. У Джек, кстати, паучки тоже не прибивает за счет пассивки. Так. Флэшбэки, блядь. Рики Верс, Мирана Абадон. Пойдем в руну, них тоже. Да, да, давай. Короче. Вайпер сзади. Нужен бичо. ФБ взяли нас. Ну, ладно, ФБ это сделали. Вот эта насмешка самая крутая, кстати. Уики. Музыка чё кайфовая. О, вайпер пятерка, чего? Так это вообще мусор. Вайпер пятерка, это очень слабо. Надо пиздить постоянно. Ну, значит, у нас вайпер появился. Пизди его с руки, Сань. Да я... Блять.
Он, кстати, и без ТП-шки сейчас в модельке. Хелкер из Амброна, майн. Block this camp every time you play position 5, every time. Yes, I just didn't get a chance to. Because I had to help you. Chosen. Dire's courier has been killed. Какой редкий свой не заебался же ради. Он постоянно их покупает. Он же их три схавал, блин. Покикит. Арканы чё-то. Да. Sorry if I griefed the lane early. I don't know, it was just difficult. Wyvern and Pudge level 1 are just great. Ах, как ловить можно? Чё он сюда пошаблит? Я на топы. Йо, ебут наверху. Надгоун наверху. Блядь, у него ультал? Я ожидал, что у него шестой будет.
Алексей, наверное, поставит, покажет. Блять, седьмой путь, охуенно, да чё? Может драться, может драться, может драться. Мы не убьем его, скажем так. А сейчас можно? Блядь. Можно? Идем. Помощь? Пиздец. Шпруда, блин, снизу пришла. Смит. Возьми себе эту трюшку. Предмет скин? Как он мог знать, что я там стою? Че, блин?
Центр есть. Сука, блядь, меня это бесит, эта игра вообще. Блядь, ненавижу, когда Абадон я сзади стою. Блядь, умираю от удара, 4 ударов, блядь. Блин, какой обычный герой, блядь, ненавижу его. Ребят, Дусты не носят с собой, блядь, против Рики. Да, тут и Санта еще больше. Your bottom tower
Что думаешь, мне лучше собрать, а? Лотус. Лотус. Типа полного саппорта пойти? А, не знаю. Можешь, в принципе, манту собрать, если больше пуха. Такое. А, блядь. Так боёв. Нормально убираю пипы. Подходи, подойди, откину. Еще, еще один дам. Блин, мне бы тоже, наверное, лотос надо собрать. Сейчас. Или может манта стара собрать? Ну, там морчит, поэтому... Дифуза, поэтому, да? Либо то, либо то. О, брудос гейма. Да, блять. Надо с бродой ходить, у нас все остальные слабы. Thank you.
Ух, найс! Бать! Пиздец. Нужно, я думаю, репорт отправить, блядь. Вот, кстати, вот плохой пик и БД. Вообще, мне кажется, хорошая игра на броде, он может, ну, любой лайн отстоять хорошо. Я иногда, наверное, твои слова буду. Как вас понимать? Не того. Шесть ноль. Мега сил. Да, если бы не Борда, конечно, хуй знает, что мы все сделали. Совершенно разные. Там, блин, парень на смурфе. Он, наверное, титан, наверное, какой-нибудь. Ну, блять, буйство за Сикера, буйство за Эмбера в один день. Буйство за Бруду, буйство за Бруду, буйство за Хускар, буйство за Вой. А, ну да. Парень развлекается как может. Хотя на Бруде, конечно, можно было бы ему репорт отправить. У него на тени 100% побед. Че? Сколько у него там вообще? Из 11. На Хускаре 100% побед.
Да, походу там скоро потом вкрутит бан. Мы эту катку закончили на 3 секунды позже, чем прошлую. Чего дальше? Что ты там сказал в это, когда у нас файт был? Я твои слова буду воспринимать как? Я твои слова буду записывать на диктофон. Насчет чего? В смысле? По поводу бурды. Не, я наоборот говорю, что бурда хороший герой. В смысле? Ну да. Типа в какой-то игре я скажу, в какой-то игре я скажу, типа, нафиг он бурду пикнул мид? Ты про это? Да. Блин, я бурду, конечно, 100 лет не видел уже. А, у них чудовище как раз не доставил. Я пиздец боюсь бурду, когда на миде стою вообще такой сильный герой. Ну как сильный, он просто не ожидаешь его обычно. Вот то, что ей ульт дали на этом, на шестом. В смысле, то, что она может стоять на лайне и хилиться. Да, у нее хил вообще бешеный какой-то. Она какой-то под танго всегда. Я играл против нее за СФ, я ей даю 2 койла, и она буквально через секунд 10 возвращается в фул хп. Это нормально разве? Против бруты, мне кажется, надо собирать урота Фатос и гнобить ее. Все. Единственный предмет, который контрит. О, кстати, у меня вот проценты появились. Сколько? 13. 13. Хотя я не знаю, если я это зачитал, прошлый игрок либо нет. Я думаю, нет, не зачитал. У тебя сейчас 26, наверное. Там типа по 13 накидывают, сказать. А, видимо, да, когда в пати играем. Это в соло там получается 3 игры выиграл, 3 игры проиграл, у тебя ранг поднялся или понизился? А, нет, почему? 5 игр нужно. Там 20% идет. Почему-то. Не 26, а 20. Окей, там получается 5 игр это 100 ММР. Хотя, кстати, нет, не 100, это 150. А там... А, нет, стой. 5 в 3, да, 150. Ух, я подгорел вначале, мне вообще пиздец. Против Рика, когда стоишь еще. О, мы опять с этими челиками. Брата за нас? Да. Что? А, я не буду тогда банить ее. Потом узнали. Ну, пока он здесь, апаемся. Пока он не против нас. Может, сделаем на 10 минут перерыв после этой. На всякий случай. Ну, наверное, буду будет брать в любом случае. Скорее всего. Ну, Антон не только на бруде играет. Так, кого взять? Слушай, я могу пуджа взять? Да, что-то Акса, мне кажется, раскатит. Это Виверна кидает ледышку, Акса ничего не делает. Ну. Ебать там, блядь, 29 уровень это. Растамана. А, он играет на таких героях, этот челик, на необычных, ну, на таких писявых.
Хускарл, да. Он бустер. Ну, кстати, в принципе, вот пики его, блядь, Хускары. Да, такие уебищные. Хускары эти, блядь, да. Максимально, чтобы максимально быстро закончить игру. А когда я стрик успел проебать на ранее? А у тебя сколько было? Ты не помню, но, по-моему, много. На Марсе мы проиграли, когда я на Марсе, ты на Миране был. А. У меня на Джаггере 11 или 12 сейчас побед подряд. Фига. А у тебя больше? 2 гига. У тебя максимальный стрик на Джаггере какой? Это, вот это вот сейчас максимальный стрик. Ага, окей. Я только начал брать в этой мете, то все это поперло. Это как с Тинником было, то что вот в самом начале, когда я Тинника пикал, это все было заебись, все было охуенно, а потом что-то то ли пачку, что-то, то ли я, блин, меня понерфили как. Вообще просто перестало получаться. Он слабее-то, да. Ну, ты еще, как же, по старой памяти рано начинал файтиться. Тебе надо было, нужен был фарм, а ты уже дрался. Так, что на Пуджа надо собирать вангард обязательно, да? Хук на однерку. Ну, если ты хочешь кор Пуджа, там всякие поизы, вангард, и потом получается этот. Да. Или может быть мобильного Пуджа через первое, второе, без третье вообще. Ну... Сейчас же третий основной его скилл считается. Сейчас даже рот качает в 2, типа куб в 1, рот в 2 и макс это просто пассив. Mm-hmm. Ты сам видел то, что ты его не можешь убить вообще за счет пассивки. Ну, когда мы вдвоем-то его еле убили, меня убили, ты еле выжил, тогда он, у него просто 7 уровень был, а у нас 5. Ну, так я про ранние игры и говорю, типа... Блин, а вот скоро, конечно, сложновато будет. Да и верно будет, наверное, пытаться. МФК? Блять. Я думал, ты ударишь. Да я вот как раз и боялся тычку дать, потому что, блять, он нежный. Я уже хотел сказать, блять, Саня, почему не оставляешь меня как этих героев? Но не успел. Ты выживаешь? Попробуй верно сейчас. Сейчас надо подформить кайков очень много. Покажи у Пужа тычка приятная, да, такая мощная, как у Тини прям. Да. Чё, круто?
Ah, too many kids on there. What's this here? Недалеко. А что ты на ночь? Да, бля. Слушай, дашь ману? Я тебе... Bro, can you just stay with me on lane? Block this cam. Ты один там, как-то. Radiant structures are fortified. Да блин, достал трантами прикрываться. Туда пойду. Я иду. Блин, не достаю. Сейчас на развороте попробую. Нет. Меня фуга, он не коцает. Голову верно. А, можно. У меня стрелы нету. Может фурч попробовать. Самая верная штука будет. У меня хватит только на. А, 25-го. Один спил. Сори, у меня мам не было. Ничего, ничего не было. Это чё? Блин.
Блять, этот. Он теперь БФ собирает. А, Урса. Он в каждой игре БФ собирает. На любом герое. Пиздец, не идет игра, блять. Ты вовремя так отвечаешь, блядь, через полчаса буквально. Ты видишь, что я спрашивался? Ну, у тебя кнопка S есть? Можно отменить ее. Ты попал в строго, что ли? Кто знает. Your top tower is under attack. Your top tower is under attack.
Your top tower is under attack. Your top tower is under attack. The enemy's middle tower has fallen. Але он не русский, да? Enemy's top tower has fallen. Your bottom tower is under attack. Да не пугайте, бля. Пять шестьсот это титан без цифры. Не знаю, но наверное так играет. Oh,
нет. Слишком быстрый темп. Ominous readies. I'm not ready yet. Погоди, сейчас не торопись. У тебя блинк есть? Есть. Ну, мы его не убили бы никак. У меня вообще-то ульт не прожал сестра. Ну, здесь так же с Хускаром просто стоим и все. Изикатка. Да нет, блин. Отвод случайно сделал. Ну, капец. Coming through. Сейчас будет. Горош. Your top tower is under attack. Ah. Illusion.
Your bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Your bottom tower is under attack. Ну, шаман же есть, типа, Я могу тебе прям походу. Это ж, ну, кстати, нам надо. Я начну. У тебя тесты есть? Да, есть. Там у него этот. Что тут будет еще? Блять, ну покогда. Ну, блять, ты чё? И пни такие АФК стоят. Блин, прожал бы вовремя, убили бы. Time.
anger and your parts from sight. Illusion cap! Ну, наверное, бы зацепить. Mm-hmm. Я делаю. Там Надя уже начала, так что не дождался. Ну, трубу можем подождать, в принципе. Так оно может затянуться и на 40 минут, и на 50. Так. Ты не хочешь ждать? Или чё? Я через пару часов пойду уже, поэтому, как хочешь. Так, ну, го! А, или... Давай, Сань, подождем все-таки. Ты можешь сыграть, в принципе. Я подожду вас обоих, если что. Алло. Да ладно, я тогда, наверное, все на сегодня сдоты. А, ты все больше не будешь, что ли? Пойду. Да, пойду сейчас душ, наверное. Расскажу и пойду почитаю. Ну блин, ладно. Ну ладно, я напишу. Спасибо вот, за игры. Если вдруг она быстро закончит. Алло. Ладно, ну, тебе ладно. Тоже спасибо. Угу.